Здравствуйте, уважаемые друзья и подписчики моего канала, с вами снова Сергей. Сегодня я в онлайне покажу, как можно будет приобрести USB-флешку в вот таком вот металлическом обрамлении по оптимально приемлемой цене на сервисе AliExpress. Для начала, конечно, вам нужно быть зарегистрированным на сайте AliExpress. Дальше желательно, чтобы у вас были Яндекс.Деньги или другие электронные деньги, при помощи чего вы сможете оплатить эту покупку. Итак, переходим на группу ВКонтакте «Мой AliExpress». Ссылка будет под этим видео. Дальше ищите вот этот пост. Можете, конечно, другие посты посмотреть. Дело лично ваше, но я сегодня расскажу об этом. Нажимаете на эту ссылку, заказать сейчас, и попадаете на сайт AliExpress. В данный момент мы перешли на него. Меня интересует флешка с объемом 32 гигабайта. Стоимость ее будет 547 рублей 73 копейки. Как вы видите, бесплатная доставка в Российскую Федерацию. Адрес у меня там уже забит. Я нажму купить сейчас. Мы переходим на подтверждаемые данные. Здесь все данные по флешке. Можно написать какой-то комментарий для продавца. Итак, чина пост, регистр mail. Купонов у меня нет, кодов тоже нет. Оформить заказ. Нажимаем оформить заказ. И переходим на сайт для оплаты. Ну, дальше продвижется. И можно будет платить. Так, вот. Я без деньги. Выбрались, оплатить сейчас. Нажимаем оплатить сейчас. Я уже забросил деньги на свой Яндекс кошелек, и я могу оплатить онлайн свою покупку. Все, платеж успешно завершен. Также можно получить подарок. Мы вернемся на сайт магазина. Так, AliExpress Checkout. Так, спасибо за ваш платеж, пожалуйста. Платеж будет проверен на AliExpress в течение 24 часов. После того, как AliExpress проверит и примет ваш платеж, продавец начнет готовить заказ к отправке. Вам будет отправлено уведомление по электронной почте в случае, если ваш платеж не подтвержден. Так, время обработки 7 дней. Стоимость. Так, вернуться. Перейти к списку заказов. Все, заказ у вас рекомендую воспользоваться этой группой ВКонтакте. Называется она «Мой AliExpress». Здесь вы найдете большое количество товаров, как для мужчин, так и для женщин, по оптимальной цене. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу, оставляйте свои комментарии. На этом я, пожалуй, закончу сегодняшний обзор. Всего вам самого наилучшего. Пока.